под те бережочки побросать хочу пока. Вроде глубина здесь нормальная для 90-го. Ну и вот сейчас и туда вот так пойду. Буду пробовать. Для 93-го точнее. Воблера. Да, нормальная глубина. Выходов нет вроде. Так, это... Опа! Опа-опа! Что-то сидит, ребят. Но небольшое. О, небольшая щучка сидит. Смотри-ка. Взяла. Вот она. Маленькая щучка. Да, вот такой карандашик вообще. Ну, ребят. Сейчас посмотрим, как он тут зацепился. Если он не сильно, я его отпущу. Ну, конечно, карандашок совсем маленький. Опа. Да, ребят, жабру попало. Он не жилец. К сожалению, придется взять вот такого щуренка. Ну, жалко. Очень сильно он взял. И... К сожалению, его придется забрать. Так, пойду-ка я схожу, возьму сразу маленький воблер. Да, вообще рюкзак с собой заберу. Поставил 90-й, потому что кусты эти цепляют. Он очень неплохо летит. Без снасти идет. Да вот, карандаш. Зацепил за жабры. Я его взял. Ну, там с жабрами вместе. А где твоя снасть? Зацеп. Я тебя понял. Там интересно, такая. Там интересно, да? Там интересно, там выходы какие-то есть. Выходы есть. То есть это дальше туда. Ага. Такое зеркало. Заводинка. Заводинка. Вот где левое пересохло, там даже бобер выходит. Бобр. Во. Бобр, то есть там погрызанный, видите. Здорово. Да, это ну, интересное место. Интересное. Ну давай, я сейчас. Направо уходит. Я сейчас вот как раз на этот берег вылезу тогда и пойду чесать туда. Ну тут глубина, я смотрю. Тут глубина, да. Тут нормально. Ну вот как раз может быть этот ридж поставить, твой вот этот. Ты же все на блесну пробуешь ловить. Да не будет она тут, ну попробуй на воблер. Там ловишь зацеп, коряк есть, аккуратнее надо. Я понял, угу. Да, зацепы это такое дело. Ладно, будем осторожно. А вот сейчас сюда вылезем, ну вот это прям конструкция такая, тут бетон. Навес какой-то вон, ребят, интересный, да. И вообще красивая. Олег, ну красиво, да, вот такая таежная речка. Прям вообще осенняя таежная речка, ребят. Прям очень приятный пейзаж такой.
старый навес. Опа! Ну и что это? Что-то было, что-то сошло. Ну, быстрее окунь какой-нибудь, ребят. Ну. Ну вот какая-то излучина. Попробовать. Здесь ямка должна быть, по идее. Ну, что-то я даже выходов-то не вижу никаких. Так и там я дошел до нашего местечка. А, вот там выходы, да, какие-то? О, подожди, а что ты поймал-то? А, ты корягу поймал. Я думал, ты рыбу поймал. Ну да, здесь рыбачить такое себе удовольствие. А может сом? Очень много малька всякого. Опа, есть! Есть, ребята! Есть! Сидит. Что-то сидит. Небольшая щучка, видимо. Да, небольшая щучка. Ну, ничего. Ну, такой малыш, конечно. Да, да, да. Вот она мелочь такая. Тут и барахтается. Ну, вот она тут и плещется. Ах, ребята, ну. Ну давай, отцепляйся за нос, за губу. Ну что ты, щукер? Ну, пошел. Ну такая мелочь. Тут и клюет. Ну хоть клюнуло, видимо, может быть клев пошел. Может что и покрупнее пойдет.
Опа, есть, есть. Опять такая небольшая щучка. Ну, опять то же самое, ребят. Вот она тут такая мелочь, вот и стоит. Вот эта вот мелочь здесь вот так вот и бьет. Ну, смотри, прям один в один. Тоже, это еще меньше даже. Это ж надо, а. О, нифига себе. Нифига себе. Он заглотил-то, а. Обалдеть. Уму непостижимо. Это как он сюда ее... Как он так умудрился? Так, он уже бездыханный. Все. А он бездыханный уже, все. А? Подавился, ага. Ну и что, все? Ты не оклемаешься уже, да, друг? О, пошел ты, смотри, пошел, будет жить. Может, станет кому-нибудь кормом. Так, ну что, надо за крупной щукой плыть. В принципе, слушай, где мелкая, там и крупная. Вот такой вот принцип. Вот эта вот мелочь, она здесь и выходы вот эти и есть. Это уже третий за сегодня карандаш. Сегодня крайний день здесь, на Терехе, в тайге, в южной тайге. Сегодня попробуем, хотя по всем прогнозам, да и по нашему как бы мнению, клевать она не будет. Да? Ну, да. В общем, клевать не будет, но с тебя трешник, ну, мне 2,5 достаточно, щука. Поэтому сегодня... Я-то, наверное, что-нибудь точно выдерну. Воблера очень рабочие оказались, прям мне очень приятно на них ловить. Единственное, что бросать на лайт, но он летит хорошо, зато он прям четко. Сейчас ветер попутный. Ну, в общем, сейчас мы загибаемся опять же на наше местечко туда, да, и попробуем вот там бросать по этим берегам, смотреть выхода. Ветер он неравномерный, то есть он то стихает, то опять порывы эти. Ну, зато красота, кучевые облака, ничего не предвещает, хотя. Вот эти вот уже пошли выше, вот-вот рваные, видишь, вот эти перья. Завтра все изменится. Вот уже завтра все изменится. Ну, как деревья гнут, вот там порывы. Здесь хорошо, здесь прям спокойно, берег защищает, а мне туда надо, на заводину. Вот здесь, кстати, возможно, она и будет гулять. Это щука не клюющая. Ну, я попробую, я зайду сейчас все-таки туда, на свое место, на мысочек на этот. Там, конечно, сейчас очень ветрено, но тем не менее. А потом пешком просто сюда буду ходить. Может быть, здесь что и нарыбачу. Так, лодку, чтобы не снесло. Вот так вот. Воды, воды стало больше, явно видно, и по следу видно, и она стала чище, сдула вот это вот, сдула зелень вот эту вот, зеленуху, ну и почище действительно стало. Ветер, конечно, вообще, ребят, ветер, сейчас стоит отвернуться туда, все задувать будет, вот,
Вот красота. Просто красота. Вот так вот. Я не знаю, как сейчас. Выходов никаких я не вижу. Время 3 часа дня. 3 часа дня. По идее, ну, как бы надеюсь на вечерний клев. Вот, может быть, что-то и получится. Сейчас посмотрим. Я вам покажу еще раз. Подозреваю я, что не настолько много воды, поэтому 93-й вот воблер я использовать не буду. Вот, а берем мы вот такой вот кислотник. 90-й. Не тонущий, это не тонущий. Вот на него сейчас и будем продолжать пробовать. Ну, не знаю, насколько он далеко, конечно, полетит. Так, крайний раз 2400 щука. Вот оттуда. Ну, ребят, туда же сейчас и попробуем бросить. По такому. Ну, как раз ветер, в принципе, туда. Слишком далеко туда бросать не нужно. Да, вот там вот эти кусты, трава. Ее надо пройти. И дальше вот рывками. Ну да, вот я как раз за нее сейчас, за эту траву и зацепляюсь. Рывками, твичинг, да. Ну, будем ее пытаться вывести на атаку. Если она вообще тут сейчас есть. Эта щука. Опа, какая-то робкая поклевка. Но быстрее это скорее кусты какие-нибудь. Я прошел. Да, робкая. Это была не поклевка. Опа, сидит, ребят, мелкая щучка такая, что вообще еле-еле мелкая такая. Вон она, селедка. Ну, еще этого мне не хватало, ну завела ты, смотри. Смотрите, вот такой карандашок. Ну, я таких беру. 400-граммовая щучка. Небольшая, но бойкая. Я таких беру, ребят, на копчение. Самое то. Это не совсем малыш уж прям. Поэтому все-таки я ее отсюда выцепил. Конечно, хотелось бы покрупнее. Где ж-то покрупнее-то? Ну, ребят. Ничего, нормально, пойдет. Она на копчение пойдет. Мы таких берем. У нас запрета тут нету. Поэтому. Рыба абсолютно не голодная. То есть мелочи вот этой полно. Опа, сидит, ребят, сидит. Да, такая же, видимо, такая же небольшая щучка. Да, вот они здесь, так, вот такого плана и водятся. Опять грамм 400, вот такая щучка. Прям они все по стандарту идут. Прям стандартный вариант. Ну вот, ребят. Точно такая же практически щука. Ну, таких вот на уху наловить, на копчение самое то. И из-под того берега опять. Опять из-под того бережка. Так. Есть. Есть мелочь. Да такая же.
А может даже меньше. Нет, наверное, меньше, ребят. Хотя нет, наверное, видимо, такая же. Да. Вот она, вот. Вот такая тут и берет. Нет, ну это вообще шнурочек. Это прям, ребят, совсем шнурочек. Такого мы отпустим. Вот она такая, милота тут и берет. Опа, есть, есть, ребят, прям, ух, вот это покрупнее будет. О, вот это, ребят, покрупнее щука. Вот это уже покрупнее, вот это я понимаю, вот это щука. Вот это покрупнее, ребята, нифига себе. Ну, это уже, ну, это кило точно, если не больше. Ну, какая мощная-то. Это килошник, если не больше, ребят, а может и полтора. О-о-о-о-о. Ну, кило 340, кило 340, отлично. Да, вот этого, конечно, совсем малыша жалко. О, да. Вот это я понимаю, чем это мелочевка. Ну, мелочевка, я говорю, это на копчение, на уху, особенно на уху самое хорошее. А это прям уже щукер такой внушительный. Ну, ребята, я очень рад, что вот все-таки удалось и такую взять покрупнее. Я ждал. Значит, вот, вот эта заводинка, вот это вот пятачок такой, вот она тут и концентрируется. Продолжаем. Клев пошел вроде бы. Тьфу-тьфу-тьфу. Налаживается и погода, и клев. Очень интересная рыбалка. Прям он неоднородный, конечно, это не жор, но это клев. Это клев. Будем дальше ловить. Ну и наше любимое место обловим, естественно. Сидит, ребят, прям с первого заброса туда сидит. Ну, такая небольшая, опять же. Небольшая щучка. По-моему, вообще малышка сидит. Практически не борется он. Не, ну это мелочь. Главное, чтобы опять не за жабры. О! Давай, давай, давай сюда иди. А, нет, в принципе, не, неплохая щучка, ребят. Вот мы ее сейчас, кстати, замеряем. Неплохая, я думаю, что такая же, грамм 400. Олег что-то не идет, значит, у него там все тоже, наверное, хорошо. Опа. Так, ну-ка. Видно? Видно. Так, нули, нули. Ну, и 520, 520, ребят, ну, вроде небольшая, 520, это нет, это сковородочный вариант, то, что надо, 520, просто ради интереса понимать, ну, уже улов, уже неплохо, уже очень неплохо. Да, эти где-то по 400, а это 500. Ну, это вообще малыш грамм 250. И вот, практически полторашник. Ну, красота ж. Вот это да. То есть сместилось туда вроде. Сегодня прям очень интересно.
Опа, сидит, ребята. Да, наверное, мелкая, потому что вообще не борется практически. Да, практически не борется. Ну, карандашок, давай, иди сюда. Да, это вообще карандашок, ребят, маленький. Ну и не за жабры взял, малыш. Давай. Давай, 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 давай. Сейчас. Давай, давай, давай. Ну, пошел. Живой пошел, он пошел. Как успехи? Не слышу. Окуней таскаешь. Ну, слава богу. У меня 300 кило. И такие по 500, 400, 500. Раз, два, три, 5 штук. Ну, сегодня прям намного интересней. И выходы, вот там она стоит вся. Опа, сидит, ребят, сидит. Сидит. О, ничего себе. Даже фрикцион сработал. Свечу такую сделала. В принципе, вроде бы неплохая щучка. Да. Ну... Как это, как я ее так поймал? Как за хвост поймал? Обалдеть, ребят. Нет, ну как неплохая? Это такой же, в принципе, карандаш, пойманный за хвост. За хвост, ребята. Это как такое? Вот, пожалуйста, вам. Такие тоже истории бывают. Я ее просто забагрил. Она хотела попасться. И попалась. Ну, вот так вот. За хвост практически. Ну, видать, она свечу эту сделала. И получилось так, что... Ну, как такое может быть, ребята? Ну, да. Ну, улов, в принципе, улов сегодня вообще прям неплохой, шикарный, я бы сказал. Вот там она сейчас. Нет, ну, в общем-то, клев-то еще не стих. Поэтому я продолжаю. Уже до момента темнозорье, я так понимаю. Сейчас буду распутывать. Она запутала тут еще, меня замотала воблер вокруг крючка. Ладно, сейчас распутаем. Она такая. Ух ты. Все, клев стих, выходов нет,
Ну, то есть вот уже по такой темнозоре. Хотя я еще вижу, куда бросаю, но тем не менее. Ну, давайте сейчас мы с вами еще пару забросиков просто вот проверить, да. И буду собираться, плывем на берег, и там еще посмотрим, что у Олега, что он там наловил. Вот такой вот крайний день рыбалки. Южно-таежная речка на малых реках. Осень, середина осени, октябрь. Красота, ребят. Я, в принципе, доволен. Ну, давайте, ладно, не прощаемся пока. Сейчас посмотрим. Сейчас мы вот так вот бросаем туда, вот в ту заводинку, ребят. И на этом все. Я собираюсь. Да, отлично. Ну все, ребят, я думаю, что на этом все. Ну, Тереха подарила мне приятный момент, и все-таки такая крупная была щука, да и это не маленькая. Не, я очень доволен. Посмотрим, что у напарника моего, у Олежки, что он сегодня там наловил, говорит, окуней натаскал. Ну, может быть, он и отпускал, может, маленький. Вот, это сегодняшний мой улов. Ну, ребят, 6 щук, одна крупная, ну и такие вот грамм по 500-400 нормально. На уху, на жареху, точнее даже не на жареху, я копчу и уху делаю. Ну, хороший улов, Олег. Согласись, особенно да, вот этот для сегодняшнего дня. Дня, да. Теперь давай хвастайся, что у тебя. Вот сейчас Олег покажет. Я решил щукой не экспериментировать. Не экспериментировать, а по окушку пройтись. Да, ну и заодно. И заодно взял жереха. Ну, по мне, по-моему, головы, но это надо на свету посмотреть. Так, давай. Нет, это мы должны сейчас определить, где у тебя там кукан твой. Вот. Ребята, ну давайте, смотрите, что это? Это, я считаю, что это жерех чистой воды. Голавль, не знаю, ну очень похоже на жереха, жерешок. А это вот окуньки. Ну, окушки, слушай, хорошие окушки. Я их тоже, это на уху, это на уха, уху, да, это да. Уха. С щукой как бы вместе. И с щукой вместе. Да. Олежка, я считаю, что это все-таки жерех. Ну, давайте, вот это, я вижу уже комментарии, там все вот эти пошли, знатоки, вот эти рыболовы, рыбные эксперты. Давайте, ребят, что там у нас это? Олег говорит, что это голавль, я считаю, что это жерешок. Тем не менее, в общем-то, это словом тебе. На ультралайт, да? Потому что я-то щуку на лайт ловлю, ну, я уже рассказывал. Я решил поставить ультралайт, получить удовольствие. Потаскать мелочь. То есть мелочь и потаскал. Смотри, да, какая. А на что ты там, что у тебя? У меня просто мелкий мэпс. Мелкий мэпс, да, двоечка. Двоечка, да. Ну, это классика. Black Fury. Ну, Олег профессионал. Это я тут только вот эта вот щука. Ну что? Ну, щука и щука. А тут нет, ну, красота. Ну, даже интересно. Слушай, даже вот. Зависеть, насколько. Ну, так прямо на мэп. В принципе, для. Завесить? Ну давай завесим. Сейчас, подожди. Сейчас оформим. Поверни мне весы. 750. Ну, это нормально. Это очень даже нормально. Нет, все-таки мне кажется, да, мне кажется, жерешок. Такой вот. Ну вот, Тереха принесла, и Олежке тоже. Вот. Ну, сегодня, да, где-то вот. Пару часов был прям. Да, я бы сказал, активно, прям полтора часа. А дальше все стихло и это самое. Ну ничего, ничего. Это вот так вот нам, такое прощание нам устроило, да, Тереха. Как говорится, финишный. Да, в общем, ребята, так, нет, давай вот так. На фоне воды как-нибудь. Ребят, в общем, мы прощаемся с малыми реками, с Южной тайгой. До следующего года.
надеюсь, что вернемся. То есть мы не прощаемся, мы говорим до свидания. И спасибо природе, что подарила нам незабываемые дни, замечательную рыбалку. Конечно, на жор мы не попали, но тем не менее, не пустые уезжаем. Охота, рябчики, щуки и даже утка. Да? Две. Даже две. Ну и погода под конец. Ну тебе понравилось? Да, я очень счастлив. Ребят, спасибо, что смотрели. Да, буду рад пообщаться в комментариях. Ну, пишите. Пока увидимся. Счастливо. Всем счастливо.